рябины в этом году будет очень много. Ветки просто клонятся под весом гроздьев. Очень красиво. А вот тут большая улиточка висит на листочке репейника. Очень красивая. Так не видно. Вот так. Мы нашли вот такие фантастически красивые цветы. Мы не знаем, что это. Сейчас будем в приложении посмотреть и узнавать. Но они восхитительны. Тут какой-то очень дохлый каштан болеющий. И на нем цветущая веточка. Вот так. Тут ветер и не очень удобно. Но это совершенно роскошная чертополоха. Я очень люблю чертополох. Тут целый газон в чертополохе. Я думал, что это чертополох. И тут целый газон такого чертополоха. Но Эш говорит, что это осот. Осот. Не знаю, но тоже очень красивый, похожий.